Из 40 медицинских учреждений областного подчинения пожарная сигнализация работает только в 15, а в районах в каждой пятой больнице. В самой Одессе есть 30 медучреждений, где система вообще не установлена. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Едва ли не худшая ситуация в Одесской областной детской клинической больнице. По словам специалистов, там вообще нет средств пожаротушения. Около 2500 квадратных метров поверхностей нуждаются в специальной обработке. Корпус будувався як гуртожиток для медичних працівників. Тобто там є проблеми з евакуацією, і з системою пожарогасіння. По данным спасателей, в большинстве социальных учреждений области также отсутствует или не работает автоматическая сигнализация. Есть проблемы с противопожарным водопроводом или внешним водоснабжением. Губернатор поручил разработать план мероприятий по соблюдению норм пожарной безопасности в каждой школе и детском саду. Причем начать надо с того, что можно сделать прямо сейчас – расчистить пути эвакуации, снять решетки с окон. Встановити протипожежну сигналізацію скрізь ми не можемо за тиждень. Це зрозуміло. Прибрати там якісь вікна або ще щось, це ж нема жодної проблеми це зробити.